культурное обслуживание. Люди ходят не только грехи смывать, а еще и здоровье приобретать. То есть хворь и беда, как с гуся вода. Старая поговорка, она не зря сказана. То есть в этот день, если моешься, то хворь и беда вся уходит. И остается только здоровье. Поэтому люди идут прежде всего поправить свое здоровье. Да надо лежа показывать. Вот пускай я скажу, как будто здесь человек лежит, да? Вот мы вот так вот его потихонечку. Вот. Так и ноги пошли наши вот. И так и пошел. Ну а здесь уже как достанется. А вообще вот вдвоем хорошо ходить. Раз друг друга попарил.